Не так часто мы рассказываем в своих рубриках о спортсменах федерального уровня. 9 января по приглашению главы Гирухайского сельского поселения Руслана Бравтова в Алуи Гирухая приехал мастер спорта международного класса по боксу, победитель международных турниров Петр Мухамедович Хамуков. Петр родился и жил в городе Лабинск Краснодарского края. Целью этого мероприятия была встреча с молодежью Алуи Гирухая, которая, несомненно, имела благотворное влияние. Разговор мы начали с вопроса, как началась карьера боксера. Пришел я в бокс в 99-м году, то есть довольно-таки давно. Вот, привел меня отец, и то мы попали, определенно шли на секцию карате. Вот, так получилось, что попал на бокс. Вот, пришел в зал, меня пригласил тренер вот, Жемгарян Хачатур Карапетович. Вот, я зашел и, в принципе, остался, наверное, там, вот, потому что была именно атмосфера, была атмосфера той семьи, того коллектива, вот, потому что в зале висели только мешки, вот, ринга не было, ребята боксировали, то есть садились по периметру, то есть как делали живой ринг, вот, а и в центре боксировали там две пары перчаток у нас было на всю команду, вот, и вот, наверное, вот это вот меня зацепило, и после этого я начал заниматься боксом. Петр занимался с 8 до 14 лет у своего первого тренера, пока не уехал в Петербург. Он с особым теплым чувством рассказывает о нем. Дескачи, конечно, это был просто уникальный человек. Вот. Настолько душевный, добрый, очень. То есть, если он что-то делал, он делал, отдавался целиком и полностью. Это человек, который, наверное, для всех боксеров края, то есть и тренеров, и боксеров, он был, наверное, показателем. Вот, потому что таких сейчас очень мало, то есть можно по пальцам пересчитать. У него не преследовал какие-то там выгоды, цели свои определенные. Он делал все от души. То есть, если захотел, он сделал. Вот, вот в 2013 году его не стало. То есть болезнь его победила. К сожалению, очень. Вот. В данный момент я тренируюсь в Питере. Вот. В Питер я приехал в 2005 году, поступил на Химовское военно-морское училище. Вот. Там начал заниматься, опять же. Сначала тренировался у Малкова Анатолия Викторовича, после чего перешел в мужскую команду, в сборную. Вот. Я по обоюдному решению с тренером уже я перешел к другому тренеру, это вот который меня сейчас в данный момент тренирует, Дадаев Руслан Хазырович. Вот. Тоже очень хороший тренер, и как человек, и по жизни очень хорошо помогает мне в бытовом плане вообще. Ну, вообще во всех делах, во всех проблемах. И как тренер, он просто тактик, стратег. Это человек, который сам реально заинтересован именно боксом и тоже отдается целиком полностью, хотя у него есть семья, у него есть дети, вот, но большую часть он проводит со мной, потому что мы круглогодично находимся на сборах. У любого спортсмена, несомненно, есть самые запоминающиеся поединки. Об одном из таких Петр поделился с нами. Наверное, я расскажу тот бой, который провел я за олимпийскую лицензию. Вот, это был бой на Украине, как раз в апреле, начало мая. Вот, это был решающий бой, потому что было у меня уже определенное количество баллов в мировом рейтинге и у моего соперника, то есть у нас было поровну. И вот этот бой решал, кто завоюет лицензию на Олимпиаду. Вот. И в добавку к этому было еще напряжение того, что вот были политические как раз таки неурядицы с Украины. И мы боксировали у них дома. Вот. Поэтому было довольно-таки тяжело, как и с физической стороны, так и с моральной. Очень давило. Ну ничего, мы справились. Поэтому. В данное время боксер усиленно тренируется, готовя себя к серьезнейшему испытанию летней Олимпиаде 2016 в Бразилии.
Тяжело сказать, наверное, что я сейчас испытываю, потому что все еще впереди, как бы чувство, сейчас чувство ответственности, чувство какой-то гордости, наверное, то, что выпало такой шанс. Вот. Поэтому, ну, соответственно, еще не до конца решено то, что я буду боксировать на Олимпиаде, либо мой соперник Чеботарев, потому что у нас две лицензии на страну. А боксирует один человек. Вот, поэтому я думаю, что все решится и поедем на Олимпиаду боксировать. В заключение нашего интервью Петр Хамуков обратился к подрастающему поколению со следующими пожеланиями. Заниматься спортом, вне зависимости от того, каким видом вы спорта занимаетесь. Вот. Отдавайтесь полностью этому виду спорта, и вы получите тот результат, к которому вы шли.